В Саратовской области стартовал конкурс для работников и любителей районных библиотек. Инициатором проекта «Библиотека. Территория чтения» выступил депутат Государственной Думы Николай Панков. На днях он презентовал свою идею жителям Ершовского и Озинского районов. Сельские библиотекари представят свои разработки в области повышения престижа чтения и развития читательской культуры. А для местных жителей предназначена номинация «Читаем всей семьей». В конкурсе примут участие более 200 сельских библиотек из 15 районов области. Что мы хотели этим проектом? Во-первых, еще раз привлечь внимание для того, чтобы было более лучшее отношение к профессии библиотекаря. Привлечь внимание к чтению книг, к образованию и воспитанию детей, не только детей, но и людей, через книгу, через библиотеку.